здравствуйте. Что вы знаете о вождении автомобиля? Я не буду больше водить машину. Я обиделась. Что ты как маленькая? Ну что, что? Я не буду больше водить машину. Нет, это не мое. Ладно, не води. Давай хотя бы отъедем середину дороги. О, это что, не автомат? Эй, толстый. Спят твои соседи. Девушка, можно я пройду? А можно я сейчас вот это вот как-то сюда поставлю? Извините, пожалуйста. Вот сюда куда-то, вот сюда, прям вот сюда. Можно пройти. Ламбада, мы танцуем. Ламбада. But first, let me take a selfie. Хэштег travel, хэштег путешествие. Мы уже приехали. Нет. Мы уже приехали. Нет. Мы уже приехали. Нет. Мы уже приехали. Нет. Девушка, а вы можете помолчать? Девушка, а вы можете не хрустеть? Девушка, вы можете разговаривать тише? Девушка, вы можете не дышать? Здрасте. А куда вы едете? Помню. Осень 2007-го. Все с Пикачёвки. Кстати, я еще знаю поэму «Руслан и Людмила». Хотите прочитать? Вы думаете, это реально нормально? В смысле? Это нормально! Я видела, как это делают старшеклассницы. Я не знаю, просто мне кажется, это противоестественно. Вон, даже пчела так делала. Что? Я не знаю. Помни, никто не сделает это за тебя, только ты можешь это сделать. Обещайте, что никто никогда этого не узнает. Давайте поклянемся на мизинчиках. Клянусь. Либо сейчас, либо никогда. Gadget! А это 25 лучших танцоров страны. I'm ill, I'm ill, I'm ill. Ra, ra. Такая подтянутая попка у нее. Это танцы на ТНТ. Все только начинается. Пиши. Алло, привет, а можно к тебе приехать? А то мне так скучно. Да, конечно, приезжай. Тук-тук, а че не закрываетесь? Может, ты голодная? Хочешь чего-нибудь покушать? Да нет, спасибо, я не голодна. У вас вообще есть что-нибудь пожрать? Блин, я такая голодная просто. Колбаса? Ну, мать, ну ты бы хоть что-то приготовила. Мне тут немножко надо поработать, ты не против? Блин, давай я тебе помогу, чтобы быстрее справиться. Ну, ты скоро. Мне скучно. Хэштег подружка работает. Ты уже скоро? Ты уже скоро? Ну вот я вам так и говорю. Господи, боже, ты не ушибла, все хорошо? Нет, все хорошо. Боже, все а хорошо, ты испугалась? Ну вот я вот так говорю. Блин, там идет парень, который мне нравится. Вот он пошел. Блин, он такой симпатичный. Да. Тебе нужно написать ему. Блин, там идет парень, который мне нравится. Вот он пошел. Вот? Да. Она любит тебя. Она тебя любит. Готова? Модный приговор с мамкой объявляется открытым. Началось. Что это? Это свитшот. Он на 5 размеров больше, чем ты. Мам, это оверсайз, это сейчас модно. Сейчас как по губениям дам за оверсайзы. Следующий. Штаны с дыркой на коленях. Я не понимаю, тебе что, зашить сложно или как? Мам, сейчас все в таких джинсах ходят. Под них еще круто надеть колготки в сетку. Что? В сетку? Ты хочешь, чтобы все соседи говорили, что у меня дочь проститутка? Это что? Мам, это чокер на шею, он очень круто смотрится. Ты знаешь, кто раньше вообще такое носил? Ошейник от блох, я не знаю. Это что? Это мамс джинс, вы такие в молодости носили. Ладно, это можно оставить. Завтра поедем в магазин, я тебе помогу выбрать нормальную девчачью одежду. Мать тебе поможет выглядеть красиво.
Мне конец. Ты